количество негативных голов в сети достаточно большое, и неважно, это не связано ни с нашим президентом, ни с государством Израиля. Американцы относительно недавно провели такие интересные статистические исследования. Они взяли разную информацию, то есть от новостных каких-то аспектов, заканчивая там рекламой каких-то продуктов и так далее, и сравнили количество негативных и позитивных отзывов на что-либо. Вот. Интересные очень данные. На 90 негативных отзывов есть только один позитивный.